сегодня открывает не только Париж, не только его, не только Францию, но и историю. Представляется заслуженный художник Российской Федерации, декан факультета ДП Галина Петровна Московская. Дорогие друзья, действительно, сегодня в стенах нашего института удивительное, замечательное событие. Культурная, прежде всего, сегодня открывается выставка прекрасного человека, путешественника, господина Жоржа. Мы все с вами, находясь в Гжели, можем отправиться в путешествие по замечательной стране Франции. Нам очень приятно, очень интересно познакомиться с вашим творчеством, пожелать вам дальнейших творческих успехов и порадоваться вместе с вами в этой прекрасной выставке. Сначала привет от Лизы. Так, тогда, да. Пожалуйста.